Студентка Херсонського національного технічного університету Лідія приїхала на конкурс до Хмельницького вперше. Тут вона покаже колекцію дитячого одягу «Барашки-кудряшки», на створення якої молоду дизайнерку надихнула тема дитинства. Творчим джерелом натхненням стала «Барашки-кудряшки». Дитячу тематику обрала, тому що дитинство – це незабутня пора, яку ми всі. Ми з часом це все в собі приховуємо, але треба, щоб ми душі залишалися завжди дитиною. Я бачу дуже красиві, гарні колекції, тобто є чому навчитись. Ми приїхали себе показати і на других подивитися. А ось Надія з Хмельницького вражатиме журі та глядачів колекцією на екологічну тему. Я представляю свою колекцію. Називається вона «Вода плюс мінус». І висвітлюю я тематику про проблематику екології води, саме в більшості засуха. Засуха і погана екологія води, її відсутність та її присутність. Адже вода – це вона дарує нам життя. Це є як початок зародження. Тому в колекції я використовувала флористичні елементи декорування і кольорова гама присутня, холодна для теми води. У півфіналі конкурсу свої колекції продемонстрували 53 конкурсанти. В этом году мы просмотрели на полуфинале 53 коллекции. Из них 26 вышло в финал. Но вообще хочу сказать, что в этом году очень широкая география участников. То есть раньше у нас было несколько, может быть, участников из разных городов. В этом году практически вся Украина присутствует на этом конкурсе. В этом году очень хорошие отзывы именно участников. Потому что наши участники ездили по разным конкурсам, представляли свои коллекции и говорят, что здесь им очень понравилось. Хорошо встречали и очень хороший уровень самого конкурса, поэтому очень все довольны. У фіналі молоді дизайнери змагатимуться у двох номінаціях – «Власний погляд» та «Молода ідея». В этом году много молодых участников из колледжей, школ искусств, поэтому мы сделали отдельную номинацию, которая называется «Молода Надия». И я бы сказала, что эта «Молода Надия» в этом году показала достаточно хороший уровень своих коллекций, своих работ. А вторая номинация – это «Властный погляд». Это, собственно, все студенты высших учебных заведений 3-4 уровня образования. Будет на гран-при швейная машина от горисполкома. Первые места будут манекены, то есть все, что касается швейного дела. Вторые места – утюги хорошие. На третьем места – раскроенные ножницы. Сейчас они очень дорогие стали, поэтому это хороший подарок. Ну и есть много спецпризов. Ну, в рамках конкурса проводится несколько конкурсов. У нас есть конкурс коллекции одежды, конкурс одного платья, конкурс графических идей, как дополнение к одежде, аксессуары, так и просто графические идеи коллекций. Есть конкурс моделей. Фінал конкурсу відбудеться 5 червня на сцені Хмельницького національного університету.